our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Друзья, всем привет! У нас сегодня пятница, красный день календаря, 3 дня выходных, поэтому пока есть такая возможность в 3 дня, мы уезжаем из этого дома. Едем в город Тегу сегодня, потому что ни разу там еще не были. Хочется посмотреть что-то интересное, потому что когда еще путешествовать, если не в молодости? Поэтому сегодня едем, собираем чемоданы потихоньку и сейчас будем выезжать. Дома у нас остаются 2 таких пушистых друга самостоятельных. За ними придет племянник мужа. Завтра посмотрит за ними немного, час поиграет и покормит их. Ставила им еду. И сейчас будем выдвигаться. Моя лапочка. И вот, наконец, почти 200 километров проехали и заезжаем в город Тегу. Так, мы приехали на 77 этаж. На улице очень холодно, вообще невозможно что-либо снимать. Быстро зашли в здание, потому что очень сильный ветер дует, на улице вообще очень холодно. И здесь 77 этажа открывается вот такой вид. Приехали чуть пораньше мы. Очень шумно здесь, конечно. Здесь внизу еще есть развлекательный центр, но сегодня он не работает, видимо, только в теплое время работает. Здесь американские горки небольшие, аттракционы. Вот такой большой Тегу открывается здесь. Кафе, сейчас здесь пройдемся, посмотрим, что еще есть. Здесь также в здании представлены костюмы группы BTS, K-pop, кто слушает. Вот костюм Чонгука, Чимина. Я не особо, конечно, их фанатка. Вот их предоставлены костюмы, здесь информация есть. Они выступали в 21-м году вроде бы в них. Сейчас половина мальчиков этих парней в армии, насколько я знаю. И вроде бы в 2025 году они вновь выйдут на сцену вместе, всем составом. Так, фанатки его, наверное, верещали здесь. Ну а мы спустились чуть ниже, здесь представлена одежда с оперы разной. Всех фильмов каких-то, но я пока знакомого, кроме Титаника, ничего не увидела. И, кстати, здесь так вкусно пахнет, такой приятный запах. Также здесь можно, видимо, вот так сфотографироваться. Всякие разные фотозоны, конечно, очень интересно сделано. Везде зеркала, зеркала, зеркала. Такое эхо. Но здесь тупик, поэтому возвращаемся обратно. Все, здесь все посмотрели, сейчас идем дальше, будем подниматься. Что еще здесь есть, не знаю, но мне кажется, что-то, что мне подсказывает, что здесь ничего сильно больше нечего смотреть. Ладно, не теряем надежду, ищем еще, что здесь есть. Сидим, ждем вечерние огни и ищем отель, где бы нам переночевать, потому что сегодня все занято абсолютно. Мы поздно спохватились, поэтому остались уже комнаты совсем плохие. Кажется, будем сегодня ночевать на улице. Спустя, наверное, 20 минут или 30 поисков в отеле, хоть что-нибудь, где можно переночевать, мы нашли. Конечно, далеко, наверное, минут 30 ехать нам нужно будет, но другого выхода нету, так как все здесь занято вокруг. Просто все занято, потому что 3 дня выходные, конечно, люди едут путешествовать, и мы поздно спохватились. Поэтому, слава богу, нашли. Есть где спать. Все в ожидании огней здесь, уже темнеет и темнеет с каждым разом, поэтому, с каждой минутой. Поэтому ждем, потом пойдем на первый этаж спустимся и покушаем. Конечно, очень жалко, что нельзя кроме этого этажа куда-то еще пройти. Все перекрыто, все закрыто сегодня. Поэтому немного подрастроились, конечно. Зато здесь уже загораются огоньки потихоньку. Аттракционы, я не знаю, не понимаю, работают они или нет, мне кажется, нет, но свет начинает, огоньки включаться, конечно. Вот такая атмосфера. Вот так вот выглядит, конечно, кстати, сама башня. Я сюда забежала, даже ее не сняла, потому что очень холодно. Вот мы, наверное, где-то на... вот здесь вот на 77-м туда, потому что вроде бы как нельзя подниматься, насколько я понимаю.
А я все нахожу больше и больше красивых локаций, где же больше огней будет. Но пока ловлю только красивый закат здесь. Здесь еще больше, оказывается, видно всяких горок, аттракционов. Ну, совсем мало, конечно, катаются. Ну, закат, конечно, прекрасный. Здесь сидим, отдыхаем. Здесь, кстати, есть, показывают высоту башен. В каких странах есть, даже вот Россия есть, Москва. Вот это вторая Останкино башня. 540 метров она. Так, вот сейчас где мы находимся. Она, получается, 312, вот это вот. 312 метров в высоту. Мы дождались, когда стемнеет. И здесь, конечно, все прилипли уже к окнам, мест нету. Ой, ну какой же красивый, большой. Так, здесь отсвечивает. Очень классно. Хочу посмотреть с другой стороны, но там, конечно, сейчас очень людей много. Сейчас попробуем пробиться. Нашла себе местечко, где здесь видно аттракционы все почти. Огни горят. И прекрасный город. Просто красота, аж дух захватывает. Очень красиво. Все прилипли к окнам, конечно. Мы здесь, наверное, 2 часа провели, чтобы встретить эти огни. Так, ну мы вышли, спускаемся теперь по лестнице с 4-го этажа на 1-й, так как здесь есть ресторан, где платишь за определенную сумму, одну сумму точнее, и кушаешь 2 часа любые блюда, в общем, там шведский стол, поэтому идем в такой ресторан. Сейчас будет праздник живота. Мы спустились в этот ресторан, но перед нами оказалась большая очередь, ждать около 50 минут, поэтому мы оставили свой номер телефона и сидим в ожидании. Ну, в принципе, что и стоило ждать, выходные, еще и такое как бы популярное место. Поэтому, конечно, очередь будет. Ничего не поделать, будем ждать. Мы уже покушали, это моя крайняя тарелочка. Взяла себе тортик чизкейк с клубникой, по-моему, это. И вот еще какой-то такой бисквитный. Так что сейчас доедаем. Муж ушел еще за добавкой. И будем выезжать. Выбор очень большой, но уже живот полный, что-то еще есть. Здесь вся еда, здесь шоколадный фонтан, тортики. Чизкейк мне, кстати, очень понравился. Здесь соки разные. В общем, объелись просто до отвала. И идем на выход. Так, вот здесь мы сегодня были. Едем в отель, еле дышу, объелась. Здесь так красиво парк украшен, музыка играет. Что меня перебиваешь здесь? Поедем, посмотрим ночную тыгу, ночной город. Всем привет, доброе утро. Мы сегодня с новыми силами приехали в большой торговый центр. Хотим посмотреть океанариум сходить, потому что на улице прохладная погода. Единственное в здании, что интересно нашли здесь, это океанариум. Сейчас сидим на фудкорте, ждем наш завтрак-обед, такого можно сказать. Вчера очень устали, поэтому приехали в отель, сходили буквально в душ и в 10 часов уже уснули. Но я точно в 10 часов уже спала. Поэтому сегодня с новыми силами, сейчас пойдем покорять новые вершины, можно сказать, новые места. Такие дела у нас. У нас пока есть время до океанариума. Вышли здесь на террасу на 9-м этаже. Сейчас торгового центра. Здесь небольшие развлекательные аттракционы есть для детей. И открыта терраса с видом на город Тегу. Очень большой, крупный город. Здесь в горах далеко. Видно, снег виднеется на самой вершине. Погода хоть и кажется, что теплая, такая солнечная, но все же прохладно. Но сейчас, наверное, растеплеет. Позже. И пойдем обратно в здание. Сейчас пойдем в океанариум. Зашли здесь в океанариум. Здесь первый аквариум. Такой с такой рыбкой интересной. У нее глаза как у человека. Наверное, в Корее несколько посещал океанариум. Но вот такого страха я здесь вообще не видела. Это что за ужас? Вообще такие мерзкие. Вот такое просто встретить, конечно, где-то
в открытом море, и вообще, наверное, во время плавания умереть можно сразу. Зашли в следующий зал, здесь вообще такая сказка, так волшебно все выглядит. И здесь зеркала вокруг, и такие аквариумы. Очень красиво, просто завораживающе выглядит. Еще и с подсветкой, они здесь, в каждом разная рыбка, в каждом аквариуме. Вот этих уже несколько раз видела, они с виду такие милые, но как-то все равно от них жутковато, от этих, я не знаю даже как это, червячки. Зашли посмотреть птиц, я сначала думала, вот это просто статуэтки все, статуэтки. И здесь бац, а она настоящая, просто двигается. О, вот так она клювчик свой моет. И здесь еще, по-моему, одна есть. Реально сначала думала, это просто игрушки. И вот это тоже игрушка. Вот в этом аквариуме вот этих рыбок сейчас перевезли. Здесь написано объявление, что они только переехали. О, как шумно. И пока привыкают к новому жилью, чтобы жить с этими рыбками. Здесь наблюдаем, как обедают. Я даже не знаю, кто это. Он капусту пекинскую кушает. Вот это, конечно, размерчик. Вот это я понимаю, у него аппетит, наверное. А здесь такие малышки плавают, пингвины. Они так, такие милые. Многие просто стоят. Эти так мило купаются, правда, стекло, видимо, забрызгано, грязно, они так четко видно. Ой, какие они милые, оказывается. Пузырьки ловят. Мы увидели объявление, пришли сюда смотреть концерт, сейчас уже начинается. Здесь все сидят на полу. Сейчас будем смотреть, что здесь показывают. Концерт был небольшой, а здесь, оказывается, день рождения было нерпы, или как морского котика. Такую зону сделали, фотозону. Правда, он не знаю где. Ой, здесь приплыл именинник с нами поздороваться. Ему сегодня годик. На удивление, уже мы закончили в океанариуме все свои дела. Уже все посмотрели. На удивление, он был меньше, чем мы ходили в Йосу. По-моему, он был очень маленький, но было много концертов, которые можно было посмотреть через короткий промежуток времени. И сейчас находимся в магазине. Ой, да что за милота! Всяких игрушек здесь... С океанариума всех этих, кто здесь был, пингвинчики, не пингвинчики, дельфинчики. И сейчас пойдем на выход, строить планы дальше, куда поехать, чтобы еще поделать. Вот такие дела у нас. Приехали в еще один торговый центр. Здесь, конечно, для детей. На несколько этажей есть разных развлекательных аттракционов. Родители пока сидят в телефонах. Находят свое свободное время, наконец-таки. А мы поднимаемся на верх этажа. Самая фишка этого торгового центра в том, что здесь на 9-м этаже, на верхнем, есть аттракционы для взрослых и даже колесо обозрения. Поэтому сейчас держим путь туда. Здесь так много боулинг есть, в общем, много всего есть. Но мы продолжаем путь наверх. Находимся на 9-м этаже. Здесь такое стекло. И открывается красивый вид, опять же, на город. Мы Тегу город смотрим только с высоты. Купили билеты и сейчас пойдем на колесо обозрения. Учесть то, что это находится на здании самом, добавляет свою какую-то изюминку.
Девочки танцуют. В общем, очень интересное место, которое стоит посетить. Ну что, солнце светит в глаза, вообще сильно слепит, а мы идем на колесо обозрения. Наконец-то мужу не страшно, он взял себя в руки. Они у нас аэропорт. Мы присели в такую кабинку, поднимаемся на чертовом колесе, или колесе обозрения, как его называют по-разному. Здесь, между прочим, предоставлен микрофон. Караоке. Я сейчас как спою на высоте. А вид вообще просто шикарный. Здесь у нас, значит, открывается вид на стройку квартир. А позади меня здесь что у нас есть? Открывается прекрасный вид на город. И учесть то, что мы находимся на здании 9 этажа, здесь добавляет, конечно, свою изюминку. Сейчас в моем сердечке страха еще больше, что колесо обозрения просто сделали на крыше торгового центра. Итак, поехали! Настроение прекрасное, прокатились, песни попели. Шикарно выглядит, шикарно. Муж у меня не наступает на стекло, говорит, чуть-чуть опасно. У меня у самой адреналин шкалит сейчас. Зашкаливает, кажется. А мы зашли в здание, наконец-то перевести свое дыхание, можно сказать так, немного отдохнуть. Немного нашли тихое место, где можно сейчас будет присесть. Поэтому... пойдем, маленько посидим, потому что, видимо, от всех эмоций, полученных сейчас, еще и шумно, музыка играет, голова немного устала, разболелась. Поэтому пойдем восстановим немного силы. Попьем кофе, энергию тоже восстановим. И, конечно, пойдем дальше, продолжим свой маршрут. Вот так выглядит здание, где мы сейчас находимся. Вот это колесо обозрения. Его, правда, сильно не видно сблизи, а на первом этаже. Видно издалека только здание. Вот как выглядит. Это интересно построено, конечно, но мы отправляемся на рынок. Хоть и он находится в пару километрах, ехать нам 40 минут, так как дорога сейчас вся забита. Мы приехали на большой знаменитый рынок в городе Тегу. И здесь такая атмосфера. Пока ходим, смотрим, пока не знаю, где вообще начало, где конец. Поэтому сейчас покажу много интересного, что здесь продается. Так, наша, кажется, первая покупочка. Какие-то... сладости. Вкусненько. Мы уже попробовали. Здесь можно, продают все абсолютно. Можно сразу здесь покушать. Это только первая улица, на которую мы зашли с парковки. Конечно, все выглядит очень колоритно. Это корейские сладости. Ток из клейкого риса они сделаны. Хочу найти на самом деле здесь мочи. Вот из этих варится суп на Новый год, который мы кушали. Сейчас пойдем дальше смотреть. Очень колоритно все выглядит вот так вот. Людей очень много, так как это популярный рынок такой. Это рыбка продается. Муж у меня разошелся на покупочки. Взяли такие как-то наподобие сосиски. Хот-дога или как это называется на нашем. Поэтому уже раскидывают здесь деньги направо и налево. Здесь что, омук продают, это из рыбного теста закуски. Также такпоки, кажется, здесь продают. Вот такая атмосфера, сразу здесь кушают. Ну а мы продолжаем путь. Рынок очень большой. Жду вечера, когда тоже что-нибудь перекусить, хотя мы уже поели хот-дога. Взяли местного, можно сказать так. И идем дальше. Здесь тоже что-то интересное продают. А здесь картошка, кукуруза. А эти шелкопряды, или как их называют, жучки, паучки. Очень полезные, которые для здоровья. Я их ела, но не особо любитель. Здесь небольшие блюда готовят. Меню везде вывески есть. Сразу можно посидеть, покушать. Ну вот, друзья, мы уехали с рынка очень рано, потому что, оказывается, вечерний рынок не работает сегодня и вообще вроде бы этот месяц отдыхает, поэтому все, когда мы приехали, уже помаленьку закрывалось. И мы сейчас приехали в отель, где будем сейчас заселяться и, возможно,
потому что мы голодные, либо мы закажем, либо рядом здесь пойдем покушаем. Поэтому, конечно, пожалела, что мы зря скатались на рынок, можно сказать так. Ну ладно, ничего. Ну что, ребята, мы заселились наконец-то в отель, покушали остренькую курицу, такую острую, что у меня просто во рту горит. Выдохлись вообще полностью, будем сейчас отдыхать. У нас здесь такая ванная, здесь туалет и вот такой небольшой номер. Здесь красоту наводить. И такой вид на, получается, на речку у нас. Мы, конечно, почти за городом, можно сказать. Здесь недалеко аэропорт находится. Вот. И такая набережная прям. Поэтому будем сейчас... Пойдем в душ и будем отдыхать. Всем привет, улечки. Мы сегодня никуда не поехали, ни в какие места. Вообще по пути заехали... По пути в наш город заехали в большой аулет. Здесь проходят скидки. Конечно, бешеные на некоторые... товары в некоторых магазинах, но какая здесь атмосфера. Но что-то нам ничего сильно по душе не пришлось. Я единственное купила кепку. И, конечно, магазинов вообще разных. На любой вкус и цвет очень много. Какая атмосфера здесь. Но мы, кстати, еще даже не завтракали. Тайная папарацци шопоголика нашла его. Пока купили только кепку. И... Не можем найти конца и края в этом аулете, большой очень. Но ладно, пока есть время, будем смотреть, что здесь есть. Город в целом нам понравился. Классные аттракционы, классные места, красивые. Вечерние огни посмотрели, немного пошопились. В общем, все очень понравилось, но нужно возвращаться домой. Поэтому едем. Ну а мы уже едем в свой город. По пути, так как мы не завтракали, заехали в Хьюгисо, такая зона отдыха на скоростных трассах. Они по размерам абсолютно разные есть. Мы такие на маленькую, можно сказать, заехали. Здесь можно перекусить, сходить в туалет, взять кофе вообще, в магазинах много. Где-то в отеле даже есть в Хьюгисо разные. В душ сходить можно. Все зависит от размера Хьюгисо. Сейчас покажу, что здесь есть. Такая зона, можно пошопиться. Здесь такая вообще одежда в основном для бабушек, дедушек, теточек. Такие перекусы есть разные. И сейчас пойдем еще посмотрим. Большая территория, зона, где есть покурить. Муж у меня пошел в туалет, видимо, пока. И сейчас посмотрим, что еще здесь есть. Разные магазины абсолютно. А, небольшая зона отдыха здесь. О, на улице прохладно, но все равно как-то потеплее, не так, как вчера и позавчера было. Здесь, конечно, вид не особо симпатичный. Обычно на горы или... В основном на горы, да, есть. А здесь такие небольшая речка. И в основном поля и теплицы большие. Не знаю, что там выращивают. Вот там парк есть, люди прогуливаются, гуляют. Здесь вот взяли покушать. Мы тоже сейчас с собой возьмем, посмотрим, что есть. Здесь можно потренироваться. Несколько тренажеров есть. Небольшой парк. Здесь зона для курения. Именно только здесь курят, чтобы не дышать никаким запахом. И вот такая... атмосфера здесь. В общем, очень удобно путешествовать, так как можно остановиться в любой момент, отдохнуть, посмотреть, полюбоваться красотой. Ну, здесь природа такая себе сегодня, конечно. Но это в этом месте, точнее, не только сегодня. Ну и то, что еще деревья не зеленые, все так грустненько выглядит. Ну а мы пойдем выбирать сейчас еду. В общем, выбор пал здесь кушать. Такое меню небольшое вообще выбор, особо не разгуляться. Ну, муж здесь будет кушать. Заказала кофе еще себе. Сейчас буду кушать картошку с сосиской. Больше ничего здесь не привлекло меня, мое внимание. Ну, а муж, как обычно, он еще рис, наверное, сейчас заказал, потому что корейцы без риса никуда. Хотя я была, на самом деле, вот реально дома поела, но ничего не поделал. Ждем кофе и пойдем кушать.
Муж будет кушать у нас кимчи чиги с рисом. Без риса никуда. И мой скромный завтрак, обед. Поэтому, наконец-то, время второй час, и у нас прием пищи. Ну что, ребята, мы покушали. Картошка оказалась достаточно вкусненькая, кстати. Взяли еще такой хот-дог. Такая булочка, там, кажется, сахар и какие-то орешки вроде бы. Очень вкусная, она из клейкового теста тоже сделана. Тянется такая вкусненько. В общем, едем домой теперь. Ну, как едем, заправляем машину, потому что она еще одна голодная у нас осталась. И все, едем домой. Нам осталось примерно час, наверное, ехать. Ну, чуть больше часа. И будем дома отдыхать. Спасибо, что были с нами. Можно сказать, с нами путешествуете по Корее. Узнаете новые места интересные. И узнаете немного культуры. Спасибо всем.